снять с зрителей, поэтому давайте сейчас девочки командовать. Я вообще люблю командовать. ВТБ-арена. Я на съемке тебе тоже об этом скажу. Обязательно. Помните, сейчас, где был потрясающий концерт Игоря Яковлевича? И подражаем. Лера Кудрявцева! Спасибо всем огромное. Независимо от того, пока нет цели съемки, то, что наш эфир будет... Не хочешь меня объявить? На канале «Россия». Сейчас, подожди, Сереж. Пожалуйста, смотрите все каналы НТВ, программу «Секрет на миллион». Ого! Ничего себе. Ну, а я, конечно... Реклама-то какая, а? Съемки нет, я могу, имею право, понимаешь? У меня альбом новый вышел, друзья. Да, прекрасный альбом, слушайте, пожалуйста. На самом деле, у Сергея действительно прекрасный альбом, он называется «Это я», и я бы хотела представить своего любимого мужчину, соведущего, артиста, потрясающего коллегу, любимого Сергея Лазаревича. От слова «любимый мужчина» сейчас твой муж чуть-чуть ёкнул. Уважаемые зрители и телезрители канала «Россия». Здравствуйте и с Новым годом! В первый день наступившего года с вами главный музыкальный фестиваль страны «Песня года». Ну и, конечно, его постоянные ведущие. Ну что ж, дорогие друзья, вот наконец-то на календаре мы и увидели это замечательное и волшебное число 2020. И мы надеемся, что эти две двадцаточки принесут нам всем в этом году двойную удачу. Ну а мы сегодня и завтра будем вспоминать только что ушедший от нас 2019 год и вспоминать самые яркие его события. И самое главное, сегодня мы услышим замечательные песни, хиты, которые в ушедшем году чаще всего звучали на всех радиостанциях и телеканалах нашей страны. Ну, а кроме лауреатов «Песни года» на сцену ВТБ-арена нашего нового дома поднимутся и почетные гости. Раз. Живем, видите, не под фонограмму говорим. Давайте переговорим, потому что микрофон у меня включается, друзья. Давайте, с моих слов. Аплодисменты. Ну, а кроме того, помимо лауреатов... Сереж, иди уже домой, ладно? Реакция это твои. Конечно, я ведьма, ты не знал разве? Включите, Сережа, микрофон. Слушайте, а давайте мы лучше его поменяем, вас сразу, чтобы таких накладок не было больше. Мы можем это смонтировать, друзья, не волнуйтесь. Не, мы сейчас переговорим, это все телевизионная съемка все-таки. Но в этом тоже интерес, вы понимаете, волшебство. 2020 вот наступило, да. Конечно. Вот, точно. 2020 год, все. Слушайте, поменяйте мне микрофон, потому что все равно так или иначе у меня он отключается. Уважаемые технические службы, раз, два, три. Давай попробуем. Не-не-не, он затыкается что-то. Давайте поаплодируем Сергею Лазареву, потому что это, конечно, вот прям... Нет, это прекрасно. Да? Люди понимают, конечно, из этих фишечек состоит телевизионная Живенько. Да, если живенько, то можно. Так, ну что, может быть, мы с самого начала переговоримся? С выхода? Ну а что? Нас уже видеть не
каком тебе кажется? У нас еще будет в ближайшие 6 часов видеть и любить. Ну давай. Давай, еще раз. Через если я годы, через расстояние. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители и телезрители канала «Россия». Здравствуйте и с Новым Годом! Ура! В первый день наступившего года с вами главный... Его постоянный ведущий. Мы называем... Сергей Лазарев! И потрясающая Лера Кудрявцева! Ну что ж, дорогие друзья, наконец-то на календаре мы увидели эти замечательные волшебные цифры 2020. Да, и очень многие события. И самое главное, мы будем слушать замечательные песни, хиты, которые в ушедшем году звучали чаще других на всех радиостанциях и телеканалах нашей страны. Ну а кроме лауреатов «Песни года» на сцену ВТБ-арены нашего нового дома будут подниматься и гости, почетные гости фестиваля. Ну что, вы готовы? Мы готовы? Мы всегда готовы. Мы начинаем! Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам. Вы же рокеры!
из Ютуба очень серьезно пришел. А мне кажется, что пришельцы среди нас, вот, к примеру, Димаш. Ты знаешь, что видео, где он просто ест грушу, в Китае набрало 230 миллионов просмотров. Знаешь, просто ест грушу человек. Думаешь, без массового гипноза не обошлось? Я не удивлюсь, если скоро люди воду будут заряжать во время его выступления. Знаешь, его любят везде. Ты знаешь, насколько я знаю, его любят не только в Китае. Например, на конкурсе The World's Best США зал тоже стоя ему аплодировал. Ты можешь себе представить, да? Америка и Китай вообще в чем-то объединились. Он вообще, как он это делает? Как он это делает? Ты знаешь, не знаю насчет его инопланетного, конечно, происхождения, но голос у него действительно, правда, неземной. И наши зрители сейчас в этом убедятся. Музыка Игоря Крутого. Стихи Михаила Уцериева. Знай! На сцене Димаш, за роялем композитор Игорь Крутой.
огромное всем спасибо. Ваши бурные аплодисменты! Игорь Яковлевич, ну где вы такого, такой бриллиант нашли, скажите? Димаш? Да. Вот меня нашел. Вы друг друга нашли, посмотрите, какие потрясающие выступления. Димаш, еще раз прими эти аплодисменты, эту любовь зала. Спасибо! И, пожалуйста, поздравь всех наших зрителей и телезрителей с Новым годом. Они ждут твоих напутственных слов в этот 2020 год. Дорогие друзья. Заряди воду. Ты воду заряжаешь. Хорошая энергетика. Заряди нас на хорошие, на удачные поступки в 2020 году. Воду заряжать я не умею. Но пользуясь моментом, хочу от всей души, от имени всего казахского народа, от имени моих земляков, поздравить наших дорогих всех с Новым годом. Пожелаю вам всего самого наилучшего счастья, любви, семейного благополучия, чтобы всегда улыбались, чтобы всегда сбывались все ваши заветные мечты. Браво! Браво, Димаш! Димаш, браво! Не уходи, пожалуйста, останься на этой сцене. Очень важная миссия сейчас. Один из твоих коллег по цеху выйдет на эту сцену, чтобы поздравить тебя со знаменательным событием. И для вручения премии «Певец года» на сцену приглашается Валерий Леонтьев! Добрый вечер всем. Во-первых, мне добрый вечер всем. И вам. Во-первых, мне очень приятно, что это делаю именно я. Во-вторых, я люблю твой дивный голос. В-третьих, я желаю тебе фантастического будущего и скорейшего покорения мира. Певец года, Димаш! Невероятная премия для невероятного голоса. Ваши аплодисменты, певец года, Димаш! Это огромное счастье получить награду из рук чего легенды. Спасибо вам огромное, Валерий Николаевич. Для меня огромная честь. Спасибо большое! Я хочу предложить вам в этот юбилейный для Валерия Яковлевича год поднять всем тост за него, за то, что долгие годы он еще радовал нас своим творчеством. И в каждый дом приходило от него чувство любви, чувство стабильности. И, Валер, дай Бог тебе здоровья! Валерий Яковлевич, ну вы споете нам, Валерий Яковлевич? Да! Да! Давайте продолжаем аплодисментами. Спасибо всем. Игорь Яковлевич крутой, Димаш. Спасибо. Ну, а Валерий Яковлевич, ждем от вас песню. Прямо сейчас. Валерий Леонтьев. Я готов. Димаш, певец года получил премию на минуточку. Хорошо. Пожалуйста, дорогу.
вышел на воздух. Костя. Я не менеджер, я могу. Три бокала здесь должно быть. Юрика. Да. Да, вот вообще. Да, ёлку берите ближе. Сюда, Миша, куда? Куда? Проверь, сюда, ёлку там. Ещё, да. Вот так, стоп, нет, много, Лёх, чуть назад. Вот так, стоп. Три бокала есть на столе? Есть. Хорошо. Ну что, репетируем или сразу попробуем снять, дорогие наши гости? Пишем. Камеры, мотор. Мы же начинали из-за двери. А, все, понял. Так, все, тишина. Приготовились, внимание. Когда вам идти, я махну рукой, ребят, не торопитесь, ладно? Я хочу вот, друзья, вот что. Может, в разных направлениях. Я его фанат, он вообще красавец. Я его фанат. Вам надо сделать дуэт, срочно. А может быть, мало ли, вдруг. Все, загадывай. Все, давай, так. Все.